привет, ребята! Сегодня, в этом видео, мы будем играть только в Brawl Ball. И посмотрим, какие нам попадутся рандомы и какие бои будут интересные, увлекательные, скучные. То есть посмотрим. Также я буду играть только на одном персонаже, это Сэнди, потому что у него имбовая ульта и пассивка, которая хилит его до фула. Идем в первый же бой в Brawl Ball. Посмотрим, какие же нам попадутся рандомы, топовые или нет. Первый бой начался. Я смотрю, что ребята здесь вообще жесткие. Просто в атаку идут. Тихо, Динамайк там разошелся, ульта уже кидается ультой, чисто ультой. Здесь Биби. Они. Так, ульту. Добили. Тихо. Нужно добить Динамайка. Привет. Минус Динамайк. Так, хорошо, сидим. Так, забираем. И гол! Прекрасно! Неплохо сыграли. Тихо, Динамайк там разошелся вообще. Минус. Убираем мяч. Я не успею отхилиться. В футболе, я думаю, гаджет на джимбе. Сэнди не сильно прям подходит, потому что я не успеваю отходить. Так, нужно забрать. А, не успел. Тихо. Куда? Почти. Хотя я ворон получилось у него забрать. Так, Шелли. Хорош, прекрасно. Неплохо в защите сыграли. Так, надо этого Динамайка забирать. Он слишком как-то имбово играет. Я ему еще опоздал. Вообще красавчик. Так, забрал его. Ульту. Ай-яй-яй, как больно. Ничего. Зато неплохой урон сейчас по ним подходит. По 100 в секунду. 10 раз уже 1000. Опа. Куда? Хорошо, вратарь. Вот этот боец на Шелли, который играет. Отлично, ворота защищает. Еще ни один гол через него не прошел. Так, забрали. Динамайка. Иди сюда. И гол! Прекрасно! Этот же... Рандомные игроки. Да, почти 3 мифика. Хоть я и лег. Тихо. Сразу же гаджет использует. Но рикошет это вообще жестко. Тихо. Куда? Чуть-чуть там просто миллиметр не хватило. Как же так? Просто жесть. Там миллиметраж. Он уже на линии. Мячик не защищался. Гол, я не понимаю. Так, куда? Я что тебе, разрешал бежать, что ли? Никому я ничего не разрешал. Оп! Отбили мячик, хоть погибли. Так, там Тара вообще с ультой ходит. Тихо. Ах, бочка помешала забрать Тару. Ульту. Хорош. И, давай, заберу. Забрал. Отлично. Так, использовать надо гад, что он у меня стоит. Так, отпилились. Пошли. Почти был гол, я вам скажу, почти. И... Тихо, куда? Нельзя туда. Да, этот рикошет вообще просто бьет бесконечно, как у него хп не скончаем. Так, осталось у меня еще 2 гаджета и 50 секунд. Или мы их, или они. Оу, не, что я сделал? Фу, хорошо, что у них Мортис косой. Я так затупил, просто жесть. Мы могли бы сейчас из-за меня гол пропустить. Куда? Ай, как больно. И...
нам гол забивает. Понятно, мне там сантиметр не хватил, а ему хватило. Понимаю. И давай. Опять просто миллиметр там не хватает, вы понимаете? Просто миллиметр, что за фигня? И у меня не хватило, и им не хватило. Жесть, что за бой? Мы... Просто секунду, чтобы мы успели все возродиться и защитить. Опа, до ДНР попался. Но это походу не тот, может это просто фейк. Тихо! Хилимся. Выспались. Так. Хорошо, вот это Мортис, понимает. Он там Мистер Пи забрал, как я понял. Так, обходим по этой стороне, обходим. Забираем. Да. Так, давай, и гол. Красиво, вот это бой. Меньше, чем за пару секунд снесли. А ну-ка посмотрим, это реально ДДНЛ был или нет. Так, посмотрим профиль. Не, походу не он. У ДДНЛ больше кубков. Это просто фейк. Пошли сыграем дальше пару каток. Так, бой начался. Здесь мы должны вытащить. Ну, Пайпер, думаю, что... Хотя, вроде, карта для дальника, все такое. Так. Крыса. Хорош. Вот это Пайпер помогла. Хилимся. Жалко, что я своим сном не могу захилить еще человека. Тихо. Куда? Как он узнал, что я пойду в этот угол? Я не понимаю. Читер какой-то. Булла вообще тупо в кустах. Ну хорошо, хотя бы забрал его. Так, Бул, нужна помощь. Хорош. Так. Куда? Вы посмели на святое пойти, да? Ай-яй-яй, как ты затупил же. Забрали его. Хилимся. Так, отбил мяч. Ну куда отбил, если там уже все умерли? Так, Пайпер вообще думает, так оно что, Булл что ли? Так, нам сломали стеночку, это уже плохо. Тихо. Куда такие вы все серьезные, а? Так, заберем сейчас кашета. Так, забрали его. Так, я выспаться должен. Минус нам стеночек. На, получи. Так, забрали этого бесящего Брока. Ой, Дэрила. Ой, какого Дэрила? Я вообще начал что-то путаться. Так, давай забей гол. Куда? Хорошо, на 18 секунд. Вот этого Динамайка точно. Я что-то начал уже путать. Ну все, ребята, вы уже не пройдете, вы понимаете? Куда? О, хорош, там Пайпер просто хедшоты раздавала всем. На, хорошо, вот это Пайпер собирала. Хоть 6-й уровень, но скиллово было. Я думаю, еще последнюю карточку сыграем, может попадутся вообще такие рандомы, которые мы за 5 секунд затащим. Но это вообще шанс на такое 0 и 0,1. Так. Джеки забираем, потому что она ближник. Мяч вытащили. Главное мяч убрать. А все остальное не важно. Умирать можно. Главное гол, чтобы нам не забивали. Вся основная тактика футбола. И я ее придерживаюсь. Так. Что там за дела? Так, давай. Хорошо. И красивый гол. Вот это прекрасно.
Ну хоть и не быстро. Мы могли быстрее. Так, давай, давай, давай. Забери. Так, я обхожу, обхожу. Опа, что-то я паск не сильно дал, как надо. Тихо. Куда, куда? По 100 хп, по 100 хп. Так, мяч выкинули. Ты на кого позарился, а? Я тебя заберу, и мне просто нечего делать. Так, ульту кидаем. Да, не повезло этим ближникам. Вообще против ближников так легко играется. Потому что они ближники. Они просто ничего не могут нам сделать. Из-за того, что мы хоть и полудальник, я Эмс вообще дальник. Я просто полудальник. Тихо, куда так резко вышел, пацанчик? Хорошо, хорошо, забрали. Так, ульту закинули, не даем им хилиться. Куда? Ты моя жертва. От меня не уйдешь никогда и нет. Ни в какой-то вселенной. Что, мне не хватило урона? Ладно. Но мне сейчас хватило урона. Но не добить. Ну. Так. Нужно похилиться. Так, мне еще опоздали. О, сейчас я... Я вообще в атаке не люблю играть. Я просто немножко косой. Не всегда попадаю. Так, кидаем ульту. Забрали, хорошо. Ты даже не смей. Вот, Эмс уже возродилась. Все. Ты уже проиграл. Все, вот это победа. Хоть и не в сухую их выиграли, но тоже достаточно. И такой немножко легкий, сильно матч. Я думаю, на этом мы закончим данный видеоролик, который получился крутой, интересный. И что продолжался данный контент, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, оставляйте свои комментарии, я все комментарии читаю. Все, всем удачи, всем пока!